This is our home the next 3 or 4 weeks. So I think things going well. We have everything what we need here. Next 7 days we have 3 games. We start playing here. So today we have only one practice. And tomorrow we skate twice, morning normal practice, and afternoon we have a special teams, PK, power play stuff. Even hey, it's a pre-season, but like we all know, time is kind of flying. So time is going so fast, so every game is important. Because next season, KHL, when we start, first 2 months, we're playing a lot. So it's really important that we can get like a really good start. So all these games are like important for me. Сегодня только первый день здесь тренируемся. Понятно, что есть какие-то маленькие недочеты, которые связаны с тем, что перевезли, какие-то вещи не привезли, остались. Но, в принципе, ничего такого негативного нет. Поэтому тут ничего страшного. Завтра уже доработаем те мелочи, которые не получились именно в связи с переездом. И я думаю, что все будет отлично. Скоро начнется предсезонный турнир. Серьезные соперники. Как на него настроены? Ну, в принципе, в первую очередь это предсезонный турнир. Хорошие соперники, правильно сказали. Поэтому сейчас мы уже начали работать в одной группе. 5 пятерок. И уже подготавливаться непосредственно к турниру. Какие-то тактические наработки. Все это то, что было в том году. Вспоминаем. До этого работали именно над физическими кондициями, больше боролись. Сейчас уже больше к тактике переходим. Когда приехали во дворец, какие чувства, кого видели? Чувства, конечно, положительные, потому что много людей, которые здесь и до этого работали, также работают. Приятно было их увидеть, поговорить. И да, много воспоминаний было, много здесь лет провел в этом дворце спорта, поэтому, конечно, приятно. Как прошел переезд команды? Да, в принципе, нормально, безболезненно. Спасибо персоналу команды, который, в принципе, легло самый труд на них, потому что это переезд не только, грубо говоря, игроков, это переезд и все, скажем так, амуниции. Много чего, скажем так, сюда перевозилось. Все нормально, Кисса такой народ, что он ко всему привыкает, поэтому я думаю, все хорошо. Дворец спорта не чужое место для вас. Ну, нет, конечно, тут и я, в принципе, первые шаги начинал свои, поэтому для меня, естественно, это родное место. Как бы немножко трепетно здесь находиться, и воспоминания такие приятные. После продолжительного такого перерыва вернулся в основную группу на тренировку. Как самочувствие, как прошло? Да, вернулся сегодня, первый тренировочный день в основном составе. С нетерпением ждал этого дня, то есть все лето ушло на реабилитацию, на восстановление. И с начала сборов тоже некоторый период работал в зале, отдельно занимался на льду. То есть сейчас вроде как более-менее все хорошо уже и приступаю к тренировкам потихонечку. Как прошел переезд команды? Да, я думаю, все хорошо, отличные условия. То есть все есть, хорошая столовая, то есть вкусное питание. Для молодых же это ностальгия, то есть здесь всю детскую школу прошли. В принципе, я думаю, все хорошо, никаких проблем не возникнет. Мы готовимся в штатном режиме. Самая тяжелая часть сборов, наверное, уже позади. Сейчас больше наигровка в пятерках, больше тактики и в целом уже готовимся к играм. Ну, какие ностальгические чувства были, когда вернулся во дворец? Первым делом, наверное, когда поднялись в зал игровой, то есть это запах, он еще с того года, с того возраста, когда мне было 4 года, то есть он остался и стоит. То есть ребятами зашли, посмеялись сразу, так улыбнулись друг на друга, посмотрели даже. Никто слова не сказал, все понимали уже. То есть, ну, такая приятная ностальгия.